Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, задание дня, ранний доступ. Давай посмотрим. Ранний доступ, значит, сердцемет играет агрессивно прямо с первых ходов. Перемещать его с помощью колоды перестановка, чтобы он оставался в игре и продолжал расти. И продолжал расти против вот этого охламона, да? Великануса. Молодцы, красавцы. Ладно. Перемещай его. Как ты его будешь перемещать? Ладно, играем за бабаха. Играем за бабаха. Так. Получает рев. Давай вот так вот сделаю. Понятное дело, заморозку, ребят. Ну, понятное дело, что он может еще здесь сделать. Хорошо, что я поставил здесь сердцемет. Так, набрали. Блин, вот это вот надо убирать. Ландшафт каким-то образом, пока я не знаю, ребят. Пока я не знаю. Да он что, на одних заморозках, что ли, решил сыграть? Ради бога. Если тебя так устраивает, давай дальше. Так, у нас. Ага. Нет, парень, вот это вот нет. Это не это, парнишка, не для тебя. Давай сюда его, правильно. Поехали. Блин, у него сейчас сработает защита же. Угу. Так. Этого уничтожаем. Замечательно. Так, 4, да? 2 кабачка. Ребята, 2 кабачка. Неприятно. А знаешь, что я сделал? Я сделаю вот так вот. И вот так вот. Я не знаю, кто у него здесь спрятан. Сейчас увидим. Так, ну что, этой крышкой. Вот здесь, конечно, мне не очень нравится, ребят, что получится у нас. Так, сейчас он. Куда? Только не сюда. Блин, ну почему именно сюда-то, а? Но он все равно, ребят, получит свои по заслугам. На! Итого 6 единиц здоровья остается у этого бусурмана. 6 единиц здоровья. Да сколько кабачков-то здесь? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Еще не легче. Я, наверное, вот так вот сделаю. Окей. Погнали. Замечательно. На тебе. Тут, да, тут, конечно, он уничтожает. Так, пузырь. Слушай, а пузырь я пока оставлю. Я не буду никого тут перемещать. Сейчас мы кое-что. У меня есть один план, друзья. Вот так вот сделать. Вот так вот сделать. И вот так. Да ядрен матрен, у него заморозка. Ну и кого он будет замораживать? Тогда до свидания, парень. Все. Напугал ежа лопатой. Ага. На, выкуси. Все, ребята, the best from west. Хе-хе-хей. Щеглазадый получил. Ну что, было неплохо. Награда дня 100 билетиков мы получаем. Раз... Вы издеваетесь? Я хотел, блин, поиграть. Отбросьте карту. В плане подожди, погоди, я не понял. Как понять, отбросьте карту? А почему я не забираю эти? Что происходит? Почему за... Вводите в сеть, чтобы обновить
задание. Я забыл, друзья мои, кое-что выставить. Так, ну что, придется перезаходить в сеть. Ну что, друзья, перезашел, да, задание засчитали. И вот нам нужно отбросить карту. Отбросить карту. Блин, отбросить карту. Не персонажа, а карту отбросить. Ну ладно, давай попробуем сыграть за ночного колпака. Отбросить карту. Так, и против нас профессор мозговой атака. В принципе, все устраивает, да. Поехали. Конечно, блин, ну вот почему. Лучше бы не эта, конечно, карта бы мне выпадала. Лучше бы не эта карта. Опа. Еще вытворяет. Угу. Бэмс. Так, ну в принципе. Не, ну если он сейчас будет что-то химичить, там я не знаю, что он там будет химичить, правда. Давай сделаем так, например, и вот так. Есть у него заклинание? Какое-нибудь сейчас заклинание да он придумает. Сюда выставляет зомби. Угу. Угу. Ну, допустим. Два ландшафта. Давай сделаем вот так вот. Вытягивает две карты. Угу. Что он дальше может сделать? Да дофига что может сделать. Бочку. Он взял бочку. Ну, я сделаю вот так вот. Кого он там решил уничтожить? Вот этого? Даже так. Сыграем ему на руку, да? А нет, не сыграли мы ему на руку. Ну, микс. А почему бы и нет? Микс, да сюда. Милое дело будет. Микс. Давай я этого чудила, наверное, уберу. Отсюда. Да вот так вот сделаю, наверное. Что у него? У него куриные бега могут быть, да? Насколько я помню. О, еще бочонок. Так. Сейчас сыграет на руку мне. Красавчик. Красавчик, красавчик. Все, ребят, начинается шоу. Пам, спам, пам. Да, сейчас мы наберем нормально так карт. Ой, иди отсюда, придурочный. Ну что, поехали, начнем потихонечку. Бэм. Отлично. Бэм. Шикарно.
Дальше-то что? Выкинем этого супостата или как лучше нам сделать? Давай сделаем так. Ага. Хорош пока. Ай-я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 й. Да, вот это, конечно, вот это вот неприятно, ребят, что... Ну что я могу сказать, ребят? Как тут лучше сделать? А лучше, наверное, сделать здесь, знаешь как? Он же может прокачать, так ведь? Он ведь может прокачать, он ведь может прокачать. Он ведь может прокачать. Сейчас посмотрим. Курабочек, он случайно не 7? Нет, он 10 энергии стоит, 10. Наносит 2 единицы урона. Да, походу, ребятушки, я немножко просчитался. У него, оказывается, ну был у него курабочек еще один. Не хватало ему одного заклинания, понимаешь? Тут мы немножко... Да, все-таки я правильно сделал. Отбросить карту, я так и понял. Ну что, давай немножечко отыграемся. Отыграемся на... Давай с зеленой тенью попробуем сыграть. Отыграть, может быть, пару боев. Посмотрим, как пойдет. Так, Рея. Что за Ре? Какой-то Ре. Решето, наверное. Ну ладно, пускай будет так. Пускай будет так. Курабочка, конечно, зря, ребят. Я, наверное, ему все-таки дал отбросить. Ладно. Ну, сделано и сделано. Так, а заморозка у нас на чем? На заморозках, скорее всего, будет играть. Скорее всего. А на чем еще он может играть? На заморозках. Шел отсюда. Такс. Сейчас посмотрим, поставит ли он там на воду кого-нибудь или не поставит. Давай так вот сделаем. Есть у него заморозка или нету? Вот что меня интересует. А, вот он что делает. Окей. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, что нам поставить надо будет? Этого, наверное. Пускай он там что хочет. Клепает. А так вот сделаем. Да хорош ты, заморозку на земле что ли сейчас сделает? А, рикошет, давай вот этот вот, пожалуйста. Вот, отрикошет мне огурец. Шикарно. Да хоть ты заперемещайся, мне все равно. Хоть ты заперемещайся мне. Я ее как раз сюда поставлю, огурец потом. А, этот вон, оказывается, с чем был. Понял. Давай, наверное. Так. И вот так. Безумие даже. Так.
У меня защита сработает, надеюсь. Отлично. Отлично. Так, 5,2, да? Бэмс. На табло. Шикарненько идет, а все как нельзя лучше. О, спасибо, бро. Спасибо, бро. Так, а нам нужно будет это сделать? Ну, наверное, нужно будет. Да заколебал ты со своим этим, а? Так, ну там мы потом переждем, а вот здесь я сделаю вот так вот, пожалуй. А, у него тут тоже заморозка. Вот оно что. Ну, 3-то мы ему все равно в лицо дадим. А, он хочет сюда бомбануть. Окей, ладно. Так, ребят, ну что, сейчас самый такой момент у нас. Так, 3 в лицо он все равно получит. Ага. Два и пять, 7. Как раз 7, да, получается? 2,5, как раз 7. Команда. Сюда, окей. Ага, я тебя понял. Такс, такс, такс. Ну что ж, давай сделаем вот так вот. Пара-пара-пара, порадуемся мы на своем веку. И наверх... Блин. Заморозка, да? Пускай, ладно, сработает заморозка. А она не сработала. Угу. Так. Что там? Еще замораживаешь? Давай. Ну, короче, ребята, вот этого решил прокачать. Я так и понял. Так, и еще у него заморозка будет, наверное, всех растений на земле. Это последнее, что у него остается. Как ты видишь, он его не применяет. Так, ну что, а у нас... А у нас, друзья мои, ответственный момент. Видишь, что он творит? Ты видишь, что он тут начинает творить? Пам-пам-пам-пам-пам. Так. И вот так. Охотничьи угодья. Куда же ты поставишь свои охотничьи угодья? Не забывай, что у него, ребята, заморозка на земле есть. Так что этому я абсолютно не удивляюсь. Мне нужно нанести ему 3 единицы урона. Здесь 2 в лицо мы ему влепим. Понимаешь, да? Если сейчас выпадет фасоль, есть. Все, ребят. Ну что, этого выкидываем отсюда, это понятное дело, да? Угу. Значит, так. Хоп. Все? Что он тут будет делать? Давай посмотрим. Прокачает он. Он может вот этого прокачать. Сейчас накидать ему. Он же получал за этого поваренка. Дофига чего.
А, вот как. Хорошо. Тогда возможно... Ну, подожди, у нас же сейчас будет... А, все, ему крышка. Ему кранты, друзья мои. Так, ладно, хорошо. Зеленая тень тут нормально отыграла. Давай-ка теперь... Давай-ка теперь попробуем за бабаха сыграть. За бабаха 100 лет не играл. Так, и это у нас зубостези... Ой, это бессмертие. И насколько я помню, ребята, бессмертие... Ух, ё-моё. Интересно. Она, наверное, на гаргантюахах будет играть. Ну, обычно в последние разы, сколько я не играл, она постоянно на гаргантюахах рулит. Так что... Так что что? Пока не знаю что. Посмотрим. Ну, я не знаю. У нее есть летучие мыши. Поэтому кактус как бы сейчас ставить, ну, не актуально, если честно. А, у нее даже заклинание есть. Так, все, запомнили, да, что у нее есть? Окей. Начинается, короче. Так, мы можем сюда поставить мину. Вот так вот ты делаешь, да? Ну что, давай сделаем вот так вот, наверное. А сюда вот так вот. Ага. Не выгорело у чувачка ничего, да? Отлично. Пока идет все ровненько, ребят. Посмотрим, что дальше будет. Угу. Энергетик блюз. Давай сюда поставим. Так он все равно сдохнет у тебя. Че ты? А, ну да, сдохнет все равно, ребят. Так что, то, что он там хильнулся. Угу. О, как. Ну и что ты призадумалась? Чего ж ты призадумалась? М? Бессмертие. У меня два варианта, ребята. Либо выставлять орех. А, орех не выставлю. К сожалению, пока. Даже так? Я понял. Я, наверное, сделаю вот так вот пока. Ну, обмен, короче, у нас получится с ним. О! Вот это, кстати, хорошо будет. Тем более двоечка. Пам-парам-пам-парам-пам. Опа. Красиво? На тебе. Так вот. Так, кто там следующий у тебя будет? Угу. Mm-hmm.
О, как. Так. Угу. Плевок. Плевок. Нормально. Так, 5,7, да? Что мы можем сделать? Мы можем поставить вот этот орех сюда, в принципе. И все. Что я, скорее всего, и сделаю. Я сейчас ставлю сюда орех. Вот таким вот образом. И поставлю. Пока ничего больше ставить не буду. Так. Ага, превосходно. Еще лучше, друзья мои. Еще лучше. Даже так. Ну что, ребята, сюда я поставлю. Подожди, или сразу бомбануть? Так и смысл сразу бомбить-то? Давай поставим мину. А, нет, подожди, так фигово будет, ребят. Так будет фигово. Давай сделаем вот так вот, фиксим. Поехали. Шут с ним. Бомбим. Так, у него сработает сейчас защита, так? Да, сработает защита летучих мышей. А, минус один-один на земле. Ну и все. Песенка-то его спета. До свидания. Прекрасно. Хотел он, видимо, ну, были у него гаргантюа, согласись, были. Были. Но, правда, немножко не, как-то не так у него они выпадали. Но были. Так, и последний поединочек мы сыграем, наверное, за... За кого я не играл? За Бонгчоя. Тысячу лет не играл, я даже не знаю, что там за колода у него. Посмотрите только. У меня нет слов. Ну что, попробуем сыграть? Блин, и вот на этих можно было бы неплохо сыграть, да? Ставишь на ландшафт и потом прокачиваешь его, прокачиваешь, прокачиваешь. Прокачиваешь до посинения. Да, было бы круто. Ну ладно, давай попробуем за травяной кулак сыграть, короче. Прям вот такой колодой, которая сейчас у меня прям была. Ничего менять не будем. Погнали. Попробуем. 47-й ранг против меня. Не слишком круто-то пока. Не? Это для вас норм? Ладно. Давай, начнем потихонечку так. Угу. За две энергии. О, как хорошо. На тебе. Давай-ка вот так вот попробуем.
Пускай он там применяет свои заклинания. Отлично. Сразу три в лицо. Оп. По красоте. Ай-на-ри-на-найс. Грибок, это хорошо, наверное. Или нехорошо, ребят. Пока. Пока мне нечего здесь делать. И ставить даже. Потом поставим этого крокодила. Че, он сейчас на добор, что ли, собрался? Я не пойму. Или что? Давай вот так поставим. Сейчас будет заклинания свои брать. И мы будем прокачиваться, прокачиваться. Выбор-то у него невелик. Угу. Давай, 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 давай. Срабатывает защита и... Хорошо. Так, распрощайся с жизнью, чмошник. И Петифон в лицо. На! Красиво. Еще один у тебя, да, такой же? Еще один такой же у тебя. Блин, если ему 5 в лицо заряжу, это будет, наверное, фигово, да, друзья? Давай я пропущу. Ах ты жулик. Ах ты жулик. Ладно. Ну, нормально, ребят. Влупляет все. Все влупляет, да? В общем, мне надо что сделать? Нанести ему 2 единицы урона. Даже вот так вот. 2 и 2, 4. Защита срабатывает? Срабатывает. Тю-тю-тю-тю. Погнали. Блин, зачем в блок-то ему? Ёпрс, это в блок-то ему зачем, блин, бить? Сам, ребят, мне кажется, знаешь, что мне кажется? Что у него вот эти вот, знаешь, как вот читеры есть. Много карт одной и той же. Потому что вот, как бы тебе это объяснить, я даже не знаю. Слишком много он их выставлял. Одного, второго, третьего. Я уже просто с такими читерами встречался. Я не помню, какую карту чувак там использовал. Он все так, тихо, 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 тихо. Ты довольный такой, да? Думаешь, все тебе можно будет? Так, обмен. Самое, знаешь, что обидно? Что мне больше некого поставить пока вот. На втором ходу, а у меня ничего нету. Вот на третьем есть только капитан Огурчик. Ты видишь, что он выставляет? Капитан Огурчик. Ладно, пускай он выставляет сюда, я не знаю, кого, кого хочет, пускай ставит. Я вот так вот сделаю. Ха, заморозку, ладно. Заморозку. Ну, теперь можно ставить, что хочешь. Что он там будет ставить? Лепить. Серьезно? Что у него там может быть? Ну, я так поставлю. Телепорт открывает.
Ага. Давай-ка, наверное, сделаю вот так и вот так. Угу. Но этого можем сразу убрать отсюда. Вот так вот, да? Даже пока не знаю. Ну давай сделаем вот так вот. Посмотрим. Конфетник и этот. Так, ну если что, мы можем взорвать, наверное, да? Этого убираем отсюда. Могилоед. А где ты раньше был, а? Где раньше был могилоед, ребята, у нас? Сейчас будете думать, что бы поставить. Мне можно, конечно, использовать вот это, но так не хочется, друзья. Прям вот слов нет, как не хочется. Короче, убираем отсюда, да? Ага. Так, он потом применит заморозку, насколько я могу понимать. Мы сделаем тогда вот так вот. И, наверное, вот так вот. У него, правда, там карт дешевых дофигища, если честно. Сейчас будем прокачиваться, наверное, да? Скорее всего, заморозка у него сидит. Тут, скорее всего, сидит у него заморозка. Нет, конфеточник. Так, ты прокачивайся. Я даже пока не знаю, что сделать лучше. Вытягивает три карты, хорошо. Угу.
Так. Ага. Давай, давай, вытягивай. Понял. Ну, сдался. Я только хотел, ребята, ландшафт. Думал, сейчас ландшафтиком его угощу. Вот этим вот. Который +5, +5 дает. А видишь, а он... Ай-яй-яй, как некрасиво получилось с его стороны. Ладно, друзья мои. Хорошо сегодня побомбили. Мне лично понравилось. Отыграл все-таки две катки, которые слил. Так что на этом будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.